Доброе утро, мои дорогие. Сегодня я вам хочу показать, что у меня есть заказы, которые надо переделывать. Вот. Ну, вот это самое простое. Вот такие бусы необычные. Тут надо было просто поменять замочек. Вот я его поменяла. Вот такие вот бусы нужно переделать. Будем думать. Так, и тут гематит. Вот у меня в коробочке. Вот такие вот. Вот они тут. Потом вот такой вот жемчуг. Так, это я уже пыталась собрать. Дело в том, что это мне... Дело в том, что мне этот заказ еще в ноябре. Но так как все сложилось так, как сложилось, и вот только теперь я, собственно, возьмусь за это дело. Вот такие бусинки. Вот такие. Вот надо из этого всего что-то сделать. Вот. Вот такие. Хорошие такие резные. Так, это такое стекло. Такие вот деревянные из кокоса. Вот. Вот такой у меня заказ. Ладно, вот тут еще деревянные бусины. Будем думать, будем делать. Так, теперь я еще хотела вам показать, что я купила. Вот это я купила на рынке в секонд-хенде в Севастополе для шарфа. Вот. Потом я купила таких тяжелые такие стеклянные две бусины. Ой. И вот такой камешек. К сожалению, он был один. Хочу я еще прокатиться в Симферополь. Съездить там, посмотреть. Так, это в Севастополе я купила. А это я купила... Если кто смотрел, в Питере я вот была на Бапраксином дворе. Вот эти были только в браслетиках на резинке. Цвет такой очень люблю. Плохо у меня этот фокусируется фотоаппарат, а остальное все занято. Вот такие штучки и вот такие вот. Красные с золотом. Еще сейчас покажу. Так, вот это я переделывала браслетик для Ирины с рынка. Я их люблю, конечно, такие браслеты, но они трудоемкие, ужас. Вот. Вот сегодня мне надо отвезти им все. И Оксане, и Ирине. Вот. Так.
Вот еще что-то у меня сегодня жемчуг пошел. Белое на белом показывать, наверное, не очень. Ну, это простые бусы, имитация жемчуга. Ну, это не пластик, а стекло. Вот с такими вот замочками. И вот с такими вставочками, чтобы они не разъезжались. Красота. Вот, и еще хочу вам, мне прям просто даже интересно. Вот одинаковые бусины, одинаковая фурнитура. Ну, вещи абсолютно разные получились. И к ним вот такие сережки. И вот так гроздь, скажем так, просто на цепочке. Вот мои золотые. Мне прям интересно вот узнавать мнение людей. Что больше нравится? А для чего я спрашиваю? За какую вещь я наберется больше голосов, то я и разыграю в ближайшее время. Жалко, не на ком мне сейчас показать. Нет моей модели. Так что напишите, что вам из двух украшений больше нравится. Такие видео у меня долго снимаются, потому что, сами понимаете, это быстро все не делается. Вот. Вот Оксане я сделала длинные бусы. Не знаю, она сказала, что они ей не надо, эти бусины. Но я так подумала, думаю, что не надо. Надо сделать зелененькие. Это же стекло. Она любит такие вот живые бусы. Не на проволоке. Вот. Такие вот сделала. Так. Вот такие вот. Это такое молочное стекло, медная фурнитура. Такие этнические мотивы. Очень плохо, что Алиэкспресс нам теперь в Крым не будет доставлять. Очень жаль. Тут так плохо с фурнитурой обстоит дело. Дорого и очень мало. Очень бедный выбор. Я прям вот из-за этого не могу сделать двое бус. Не подходит. То, что я заказала, пришло, не подходит. И что теперь делать буду, не знаю. Напоминайте, девочки, если кто-то что-то заказывает, напоминайте мне. У меня сейчас такой график вообще напряженный.
и дети, и огород, и все подряд. И съемка, и цемент, и украшения. Я просто могу забыть и потерять. Вот. И в то же время я хочу вот обратиться. Есть дамы, вот не так давно, с месяц назад, из Московской области, значит, писала мне дама. Загрузила меня работой, я тут ей кольцо переделывала, я переделывала бусы, удлиняла. Короче говоря, назаказывала на 2500 рублей. И пропала. Мои дорогие, давайте трезво оценивать свои возможности. И вот зачем мне эта лишняя работа, скажите, пожалуйста. Вот. А так я очень благодарна тем, конечно, немного совсем у меня покупают, совсем немного. Наверное, 1%. Вот. Но я очень благодарна этим людям. Так что вы об этом помните. Вот. Но напоминайте мне, пожалуйста. Вот. И вот еще вот Оксане я удлинила бусы. Вот. Насколько могла. Сколько было у меня бусин. Вот. Мне очень нравится. Я люблю вот такой эффект кракле в бусинах, трещинки. Мне очень нравятся они. Ну и на сегодня все. Остальное будем доделывать. Что-то новое делать, что-то переделывать. На месте не стоим. Работаем и работаем. Вот. А вы, мои дорогие, спасибо вам за внимание. Если кому-то что-то понравилось, пишите. И не забудьте, что вот за эти я их потом разыграю какие-то одни. Посмотрим, какие больше кому понравятся. А может, вообще никому не понравятся. Пока-пока, мои дорогие. Удачи вам во всех делах. Пока.